Since the last time we were here, we've formed a new ministry. И с тех пор, как мы были здесь в прошлый раз, мы основали новое служение. It's called Advance the Kingdom Ministries. Это называется служение расширения царства. And my board of directors have asked me to become more active in social media. И совет директоров посоветовал мне, чтобы я больше и больше был вовлечен в социальных сетях. So I've been learning how to tweet. И я научился, как пользоваться Twitter. And all week long I've been tweeting to those who follow us so that they can know what we are doing here in the Ukraine. И всю неделю я посылаю сообщения тем людям, которые следуют за мной, чтобы они знали, что происходит здесь на Украине. How many tweeting people are here today? Сколько из вас людей здесь присутствующих, которые пользуются Twitter-программой? No? Нет? A few. Несколько. Well, when you tweet, you can read anybody's tweet on the planet. Когда вы пишете сообщение, любой человек на планете может прочитать это мгновенное сообщение, которое вы написали. And I read one the other day that I thought was so profound. И я прочитал одно сообщение, которое я, ну, считаю, что оно было такое очень It said there are three kinds of people in the world. Там написано так, что есть три вида людей. Those who love math. Те, которые любят математику. And those who don't. Те, которые не любят математику. И это все. You want to try that again? Хотите еще раз попробовать? There are three people in the world, three kinds of people in the world. Три вида людей в мире. Those who love math. Те, которые любят математику. And those who don't. И те, которые не любят математику. We're going to leave the jokes and go right into the scripture. Мы оставим шутки в покое и пойдем прямо в Писание, хорошо? Would you take your Bibles and turn to Acts chapter 2? Откройте Библию и откройте Деяния апостолов, вторая глава. Acts chapter 2, and I've selected one single verse for the text this morning. И в Деяния апостолов я выбрал всего лишь одно место, один стих. If you have your Bibles, I want you to follow as we read verse 24. И если у вас есть Библия, я бы желала, чтобы вы следовали за мной. И стих 24, откройте. But God raised him from the dead, но Бог воскресил его, freeing him from the agony of death, расторгнув узы смерти, because it was impossible for death to keep its hold on him. Потому что ей невозможно было удержать его. Еще раз последнюю часть хочу рассказать. Потому что невозможно смерти было удержать его. Я хочу сегодня сильно провозгласить в этом утре. И утверждение такое. Jesus Christ is fully alive today. Что Ишуа Хамашиах, Он жив сегодня. Jesus Christ is fully alive at the right hand of the Father. Ишуа Хамашиах, Он жив сегодня, и Он сидит по правую руку одесную Отца. But the same Jesus is fully alive in the hearts and spirits of every believer. Но тот же самый Ишуа Хамашиах, Он живет в каждом сердце, который жив сегодня. The life of Jesus is in you. И жизнь Ишуа в тебе. And He is fully alive in you. И Он жив в тебе. We need to realize that He is all that He was on earth, He is now in me. И мы должны осознать и понимать, что кем был Ишуа на земле, то тот же самый Ишуа, Он живет во мне. He is the King of Kings. Он есть Царь царей и Господь господствующих. He is the conqueror. Он победитель. He is the overcomer. Он тот, который победил все. And He lives inside of you and me. И Он теперь живет внутри тебя и меня. A number of years ago, I went on a personal pastoral retreat. Несколько лет назад я поехал
сам лично отделился для встречи с Богом. And I went camping in the mountains of Colorado. И я поехал просто в горы Колорадо. One night while I was asleep, suddenly I was awakened. И однажды ночью, когда я спал, я проснулся. I found myself standing outside of my camper. И я увидел себя как бы стоящим на улице за палаткой. But strangely enough, it was a vision because I could see myself sleeping in my camper. Но было достаточно странно, потому что это было видение, и в этом видении я видел, что я еще нахожусь в палатке и сплю. And as I was standing there, everything was the same around me: the campsites, the mountains, the sky. И когда я смотрел, когда стоял там и смотрел, все выглядело одинаково: и горы, и место расположения, все, что было, находилось вокруг. And I realized something strange was happening. Но я также осознал, что что-то странное происходило. I looked up into the sky and I watched the clouds racing by. И я посмотрел на небеса и видел, как облака очень быстро двигались. And while they were racing by, all of a sudden a light began to appear in the midst of the cloud. И в то время, когда облака быстро двигались, внезапно я увидел свет. And the light was bright and brilliant. И свет был такой яркий и ослепительный. And all of a sudden the light began to open and it formed a rectangle. И внезапно этот свет начал формироваться в треугольник. It was like an open door. Как будто это была открытая дверь. And the brilliance of light was just shining through it. И ослепительный свет начал пронизывать через этот треугольник. And in the midst of that light, I could see what appeared to be the figure of a man. И потом я начал посреди этой фигуры, этого света, я начал видеть отображение человека. He was glowing. Образ сияющий, fully alive. Живой. There was radiance all over his being. И сияние выходило из него. He was filled with glory. Потому что он был наполнен славой. I knew it was the Lord Jesus Christ. И я знал, что это наш Господь Иешуа Хамашиах. The experience was so real, I believed it was the second coming of Christ. Переживание, которое я испытывал, настолько было реальным, что я понимал, что это был приход. I believed I was going up at any moment. И я верил в тот момент, что я мог бы вознестись в любую секунду. I was just praying that my family in Dallas would go at the same time. Единственное, о чем я молился тогда, чтобы моя семья, которая в то время находилась в Далласе, в то же самое время могла вознестись вместе со мной. But as I began to gaze upon his brilliance and his brightness, a stairway began to fall from that door all the way down and stop right in front of my feet. И в то время, когда я смотрел на этот ослепительный свет, который излучал этот образ, я увидел внезапно, как и оттуда лестница начала спускаться вниз, и начало остановилось у моих подножий. And Jesus began to walk down the steps. И Иисус начал спускаться. But as he began to leave heaven and walk down the steps, all of a sudden the light began to dim. И в то время, когда он начал, Иисус начал спускаться с небес и опускаться на землю, то свет начал потухать. The brilliance and the glory began to fade as he took each step. Сияние и ослепительный свет, он начал затухать в то время, как он спускался. And the closer he got to me, the duller he became. Чем ближе он спускался, тем тускнее он был. Until all of a sudden he began to appear drawn up. И внезапно он предстал такой весь сухой. Looking old. Выглядел таким стареньким. Withered. И уже изнемогшим. Frail. Слабеньким. Weak. Слабый. Until he came down to the last step, he stepped off the last step, and he laid his head on the last step and looked up at me. И до тех пор он спускался, и когда спустился на последнюю ступеньку, он вот так вот прилег и начал смотреть на меня. Looking pale and weak. Он выглядел очень слабым и такой белый. Знаете, когда люди почти теряют сознание, они бледные. Suddenly I woke up. И внезапно я проснулся. And I was back in my camp. Проснулся, и я находился в палатке. And I asked the Lord, what does this mean? И я спросил Господа, что это означает? And he said, you and too many people do not see me as the
Jesus of glory and splendor and might and power. И вот что он сказал: ты и многие люди, вы не видите меня, Иешуа, сияющим, славным, сильным, живым в славе. Too many of my people treat me like that weak, frail, and powerless old man that you saw at the bottom of the stairs. Слишком много людей относятся ко мне как человеку, который слабый, бледный, ничего не значащий. My people are in need, but they don't trust my power. Мои люди, они в большой нужде, но они не доверяют моей силе. My people are in need, but they don't trust my companion. My compassion. Мои люди, они нуждаются во мне, но они не имеют сострадания. I want you to understand that I am full of power and authority. Но я хочу, чтобы вы понимали, что я полон силы и власти. I am full of light and glory. Я полон силы и славы. And I want you to believe me for the impossible. И я хочу, чтобы ты поверил в невозможное. It is time for the people of God to believe me to be the supernatural, miraculous Jesus that Время, I am. Время, чтобы народ Божий верил, что я тот же самый Иешуа, который способен делать чудеса. And so I want to say to you again that Jesus in you is fully alive. И я хочу вам сказать, что тот Иешуа, который внутри вас живет, он живой. That Jesus that's in you is not weak. Иешуа, который в вас, он не слабый. He is not sick. Он не больной. He is not slow. Он не медленный. He is not without power. Он не бессильный. But he is full of light and glory. Но он полон света и славы. He is full of power. Он полон силы. He is a supernatural Jesus. Он сверхъестественный Иешуа. He is still the miraculous Jesus. Он тот же самый чудотворный Иешуа. There is not anything too difficult for the Jesus who lives inside of you. И нет ничего невозможного для Иешуа, который живет внутри тебя. He is full of life and anointing. Он полон жизни и помазания. Nothing is impossible for those who believe. Нет ничего невозможного для тех, кто верит. Greater is He that's in you than he that's in the world. Тот, кто в тебе, сильнее, чем тот, кто в мире. But we have to once again become fully awakened to the Jesus that's in us. Но мы должны проснуться и к осознанию того, кто живет внутри нас. You are not alone and you are not on your own. Ты не один и ты не сам по себе. You have the power of the Almighty God inside of you. Ты имеешь силу всемогущего Бога внутри тебя. You have His Word inside of you. Ты имеешь Его Слово внутри тебя. You have His gifts and His anointing inside of you. Ты имеешь Его дары и призвание внутри тебя. You are empowered with power from on high. Ты укреплен силой от всемогущего. You are gifted with heavenly gifts. Ты одарен небесными дарами. You are a new creation in Christ Jesus. Ты новое творение в Иешуа Мессии. The old has gone and the new has come. Старое ушло и новое приходит. See, we need to understand. Видите ли, нам нужно понимать. God raised him from the dead. Что Бог воскресил его из мертвых. It is impossible for death. И это невозможно, чтобы смерть. For death to keep its hold on him. Чтобы смерть удержала его. He's not shut down. И он теперь не мертвый. He's not restricted. И он не связан. He's not bound. Он не связан. He's fully alive. Он живой. Since the moment of your salvation. И с момента твоего спасения. Jesus has been releasing life in you. Иешуа высвобождает жизнь в тебе. He's been saving you. Он спасал тебя. He's been delivering you. Он освобождал тебя. He's been transforming you. Он трансформировал тебя. Your death sentence was canceled. И твой приговор к смерти, он отменен. You were taken off of the path of destruction. И ты был забран с той дороги разрушения. And you were placed on the highway of life. И ты помещен на дорогу жизни. We've been transferred from the kingdom, from the dominion of darkness to the kingdom of light. И мы трансформированы, мы переведены из царства тьмы в царство света. You were placed in him and he was placed in you. Ты помещен в нем, а он в тебе. And his light resides in us. И его свет живет внутри нас. You are not darkness, you are light. Ты не тьма, ты свет. Darkness ought not reign in us. И тьма не должна жить и утверждаться в нас. Death ought not have its way in us. И смерть не должна иметь свое место в нас. God is forever releasing His light in us.
всегда высвобождается свет наш. And his light is revelation. И его свет — это откровение. Speaking and releasing his perspective. Когда мы говорим и высвобождаем его перспективу, его мнение, что он думает. God's thoughts. Его мысли, God's ways, Его пути, God's anointing, Его помазание, God's power. И Божья сила. God is forever releasing in us His word, Бог всегда высвобождает Его Слово в нас, which is light, что это означает свет, which is life, и это жизнь. In order that the darkness might be combated, чтобы для того, чтобы тьма была отступлена. Because there is a darkness that wants to negatively influence us. Потому что есть тьма, которая хочет постоянно влиять на нас. But see, God doesn't override us. Но видите ли, Бог, он насильно не берет нашу волю. He doesn't even force his life on us. Он даже не заставляет свою жизнь помещать в нашу жизнь. We choose to receive it. Но мы выбираем. And we choose as to whether we will cooperate with him. И мы выбираем, будем мы кооперировать с ним или нет. We can allow darkness to enter. И мы даже можем позволить, чтобы тьма вошла в нашу жизнь. And many of us have from time to time. И многие времени от времени мы позволяем, чтобы тьма заходила в нашу жизнь. Through discouragement. Через разочарование. Through disappointment. Через печальным обстоятельствам, через отчаяние, and disillusionment, когда мы не знаем, что делаем, we allow lies from the enemy to form strongholds. Мы позволяем, чтобы ложь врага формировала нас. These strongholds of darkness war against our spirit man. И получается у нас твердыни, которые потом сражаются против нас. And as we listen to the lies, и когда мы слушаем эту ложь, because they're darkness, и потому что это есть тьма, because they're lies, и потому что это ложь, they can bring about a death in us. Это может приносить смерть нам. And so for some of us, where there once was hope, there is no longer hope. И для некоторых из нас, если у нас когда-то была надежда, надежда потеряна. Hope has died in some of the people of God. И у некоторые люди Божьи надежда умерла в них. We've been granted a joy of His salvation. Но нам подарена радость Его спасения. For many believers, their joy has died. И для некоторых верующих радость умерла. We've had broken dreams. У нас у некоторых есть мечты, которые разрушены. Words that we received from God that have not been fulfilled. Слова, которые были приняты от Бога, но они не исполнились. And so we think they're dead. И мы думаем, что это мертво. Some of God's people have lost their fire. Некоторые из народа Божия потеряли огонь. And some have lost their passion. И некоторые потеряли страсть. Many of the people of God all over the world are merely existing. Некоторые, многие люди, народ Божий в мире, они дошли до такой точки, что они просто чуть-чуть существуют. Just getting by. Только вот чтобы прожить. Going to services. Только чтобы пойти на служение. Doing religious things. Делать вот эти религиозные вещи. Using religious rhetoric. Использовать религиозные атрибуты. But they've lost their passion. Но они потеряли страсть. They've lost their fire. Они потеряли огонь. They've lost their life. Они потеряли жизнь. God never intended. Но Бог никогда не хотел, for his people to live that way. Чтобы люди жили так. God intended for us. Бог намеревался для нас, to be fully alive. Чтобы мы были живы. Jesus said, "I've come that you might have life." Иисус сказал, что я пришел, чтобы вы имели жизнь. И чтобы имели с избытком. His kind of life. Его жизнь. Passion. Страсть. Fire. Огонь. Alive to God. Жизнь Боге. Alive in relationship with Him. Жизнь him. В отношениях вместе knowing с Ним. Him. Знать Его. Walking with Him. Ходить с Ним. Hearing Him. Слышать Его. Taking what He places in us and releasing it to others. То, что Он дает нам, чтобы мы могли освобождать другим. Blessing and anointing to others. Высвобождать благословение и помазание на других. Releasing salvation to others. Высвобождать спасение другим.
другим. Высвобождать исцеление другим. There's to be a flow from heaven into the heart and spirit of God's people, out of God's people to a lost and dying world. То, что течет с небес, должно протекать через людей, через Божьих людей, к людям и через них дальше. Prophet Ezekiel had a vision. Пророк Иезекииль имел видение. The Lord showed him a valley of a number of dry, dead bones. Господь показал ему долину костей, сухие кости. And the Lord said to Ezekiel, "Can these bones live again?" И Господь спросил, могут ли эти и спросил, могут ли эти кости жить? He said, "Only God knows." И он сказал, только Бог знает. Question for us today is God's people. И вопрос сегодня для нас, для Божьих людей. Can I be alive again? Могу ли я жить еще вновь? Can I be alive again? Могу я снова жить? Can I have hope again? Смогу ли я иметь надежду вновь? Can I be filled with the joy of the Lord again? Могу ли я иметь радость Божью снова? Can I have fresh vision again? Могу ли я иметь видение вновь? Can I see what God sees? Могу ли я увидеть то, что Бог видит? Can I have my dreams revived? Могу ли я все свои мечты оживить? Can my hurts be healed? Могут ли мои раны исцелиться? Can my fire for God be rekindled? Может ли мой огонь снова возгореться внутри меня? Only God knows. Но только Бог знает. But he doesn't keep it a secret. Но это он не держит в секрете. Because he says to you, потому что он говорит тебе, if I live, если я живу, you too will live. Ты тоже будешь жить. I am the resurrection and a life. Потому что я есть воскресение и жизнь. Whoever believes in me will not die. Потому что кто верит в меня, он не умрет. But he who dies will live again. Но тот, кто умрет, тот будет жить опять. Martha said, "Are you talking about the end?" И Марта спрашивает, а ты говоришь о конце? Jesus said, "No, I'm talking about right now." Я говорю о сейчас. You can live again right now. Ты можешь жить сейчас. You can come alive right now. Ты можешь оживиться сейчас. Dreams from God can come alive again in you right now. Мечты, которые от Бога, они могут прийти стать реальным для тебя сейчас. The word of God can come alive in you again right now. И слово Божье может прийти и жить внутри тебя вновь сейчас. The fire of God can come alive again inside of you. Огонь Божий может прийти вновь и жить внутри тебя. The passion of God. Страсть Бога. The passion for the gospel. Страсть о Евангелии. The compassion for lost souls. Сострадание о том, что есть потерянные люди, которые умирают. God said he took a disillusioned Zechariah or Zerubbabel and he stirred up his spirit within him. И там написано Zerubbabel. When Zerubbabel was disillusioned. Зерубавель. God stirred him. Зерубавель. Когда он был в замешательстве, Бог сделал так, что возбудил дух него, и надежда пришла. How do you think the second temple got built? Как вы думаете, второй храм как был построен? Because God stirred it up in their hearts and their spirits. Потому что Бог он восстанавливает, он возбуждает в сердцах и в духе. They were defeated. Потому что тот народ, они тогда были побеждены. They were destroyed. Они были разрушены. They were without hope. Они были без надежды. They were without vision. Они не имели видения. But God caused them to become fully alive. Но Бог позволил, чтобы они оживились. And they accomplished the work of the Lord. И они достигли ту работу Бога. God said to Ezekiel. И Бог сказал Иезекиилю. Prophesy. Пророчествуй. See? It's not enough to just hear the word. Видите ли, недостаточно только слышать слово. We've got to cooperate with the word. Мы должны кооперировать со словом. We've got to prophesy the word. Мы должны пророчествовать слово. And prophecy. И пророчества начинаются with you and me. С тобой и со мной. What are you prophesying to yourself? А что ты пророчествуешь себе? I can't. Я не могу. I won't. Я не хочу. I'm left out. Я не буду. Я оставлен. I'm overlooked. О, меня не заметили. I don't have. О, я не имею. I'm not able.
Я не смогу. Because whatever you're prophesying to yourself is how you will live. Потому что то, что ты пророчествуешь себе, это таким образом ты будешь жить. But he told Ezekiel. Но он сказал Иезекиилю. Prophesy to those dead bones. Пророчествуй этим сухим костям. Dead, dry. Мертвым сухим костям. No life in them. Не было жизни там. Prophesy. Пророчествуй. Bones. Костям. Hear the word of the Lord. Вот слово Бога. Prophesy to those bones. Пророчествуй этим костям. See, sometimes you have to prophesy to yourself. Видите ли, очень часто нужно пророчествовать самому себе. Self. Сам. Hear the word of the Lord. Слушай слова Господа. Mind. Разум мой. Hear the word of the Lord. Слышь слово Господа. Spirit. Дух. Hear the word of the Lord. Слушай слово Господа. Unfulfilled dreams. И неоправданные, неисполненные мечты. Hear the word of the Lord. Слушай слово Господа. He began to prophesy. И он начинает пророчествовать. Listen. Послушайте. Death has no hold on Jesus. Смерть она не могла удержать Иешуа. We cooperate with him by declaring his power and his anointing to that which has died in us. Мы кооперируем с ним тогда, когда мы провозглашаем его силу, его помазание тем вещам, что мертвы. The word of the Lord is life. Потому что слово Господа, оно живо. Speak to your dream. Говорите ваши мечта. Speak to your relationships. Говорите в отношениях. Speak to your physical body. Говорите ваше физическое тело. Speak to your mind. Говорите ваш разум. Speak to your spirit. Говорите ваш дух. Hear the word of the Lord. Слышьте слово Господа. Receive the fresh wind of God. Принимайте свежий ветер от Бога. Speak to every promise of God that's inside of you. Говорите каждое обещание Бога, которое находится внутри вас. Speak to every gift that lays dormant inside of you. Говорите каждому дару, который усыпился. Speak to every seed of God that's been deposited in you. Говорите каждому семени, которое Бог вложил когда-то в тебе. And speak life back into it. И начинай говорить жизнь. Say to yourself. Говори сам себе. I will live and not die. Я буду жить и не умру. I will grab a hold of the life of God in me. Я буду держаться жизни Бога, которая внутри меня. I will rise up out of the grave. И я восстану из гроба. I will be restored. И я буду восстановлен. My joy will return. Моя радость вернется. My hope will return. Моя надежда вернется. My vision will return. Мое видение вернется. Because death has no hold on him. Потому что смерть не смогла удержать его. I am fully alive in Christ. Я полностью жив, и я жив в Мессии. Right now, resurrection life lives in me. И сейчас воскресшая жизнь Мессии живет внутри меня. Death and darkness has to go. Смерть и тьма должна уйти. I will live again. Но я буду жить опять. I will live again. Я буду жить вновь. I will live again. Я буду жить вновь. Stand with me now. Встаньте со мной. Let's make this confession. Давайте будем исповедовать. Repeat this after me. Давайте повторите за мной. I forsake and turn away from. Я забываю и отворачиваюсь. Anything that's trying to bring death to my spiritual life. Ко всему тому, что пытается принести мне смерть вместо жизни. I break the chains that have bound me to any spirit of darkness. Я разрушаю всякую связь, которая связана с тьмой. Any sin or darkness or unbelief in me. Любой грех, тьма, неверие, которое во мне. Must go now in Jesus' name. Теперь должен уйти во имя Иешуа. I close the door. Я закрываю двери. I close the door to every spirit of darkness. Я закрываю дверь каждому духу тьмы. Thank you.
Darkness, you have no part of me. Тьма, ты не имеешь места во мне. Devil, you have no part of me. Дьявол, ты не имеешь никакой части во мне. I'm covered in the blood of Jesus. Я покрыт кровью Иисуса. I will live. Я буду жить. And not die. И я не умру. So I speak to myself. И я говорю себе. Self, live again. Сам живи вновь. Типа я живи вновь. Fire of God, come again. Огонь Божий, войди вновь. Passion of God, fill me again. Страсть Божья, наполни меня. Vision of God, come fill my spirit. Видение Божье, наполни мой дух. I am alive in Christ. Я жив в Мессии. I am alive. Я жив. In Jesus. Иисусе.